Перед тем, как показать динарий, хочется передать привет группе в Вайбере Cop.ua. Значит, смотрите, вот это вот, я там горочку поставил из земли. Это я там выкопал первого динарика. Ой, просто сказка. Посмотрите, какой он шикарный. Тёмыч, ты не замерз? Нет. Красавчик, показывай, что нашел. Мне там один умник в комментариях писал, что я такие чистенькие динарики нахожу. Всем привет. Не переключайтесь, будет интересно. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы с друзьями покопаться на свежайшую перепашечку. Ходим минут, наверное, 30. Нашел я фибулу, несколько бронзовых оплавышей, один серебряный. И есть у меня динарик, сейчас я вам покажу. Перед тем, как показать динарик, хочется передать привет группе в Вайбере Cop.ua, спилке блогерів України, Полісся ЗТ, Поділля Захід, Тустань. Друзья, вам всем огроменный привет. Смотрим находочку. Друзья, ветер такой страшный, что я даже не знаю, как там меня будет слышно, но вот он, первый динарик. Сейчас будем смотреть, кто здесь у нас. О, павлин-мавлин. Легенда с орлом. Здесь, наверное, Фаустина, я думаю. А нет. Сейчас протрем. Мне там один умник в комментариях писал, что я такие чистенькие динарики нахожу. Ребята, все зависит от серебра. Блин, кто такой? Непонятно. Я не знаю, кто это. Какой-то кучерявый типок. Вот вам почти чистенький динарик. Бил 90, кстати, на Деусе. Очень высоко. Серебро хорошее. Вот вам, пожалуйста. Есть чистенькие, есть грязненькие. Все зависит от серебра и от грунта. Динарик. Динаричек. Не знаю, кто такой. Не знаю. Кто знает, напишите мне в комментариях. Я не знаю, кто это. В общем, идем искать, друзья, дальше. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Друзья, что я вам хочу сказать. Не знаю, как меня там будет слышно. Недалеко я ушел от первого динарика. И есть у меня второй. Сейчас увидите. Значит, смотрите, вот это вот, я там горочку поставил из земли. Это я там выкопал первого динарика. И вот, смотрите, есть второй. Сейчас как-то от ветра отвернусь. Есть второй. И это, по-моему, Антониниан. Ой, какой хороший. Блин, какой грязный. Замурзанный. Вот вам грязный динарик. Есть чистый. Класс. Блин, какой классный. Как бы вот так протереть. Ой, просто сказка. Посмотрите, какой он шикарный. Просто капец. Вот это да. Антониниан, по-моему. Класс. Друзья, второй. Второй, друзья. Вчера тут золотишко подняли на этом месте. Чуть-чуть золотишко подняли. 10 грамм.
тремя изделиями. Ну, одно изделие и два оплавыша. Берем, друзья. Берем, идем дальше искать. Не переключайтесь, будет интересно. Ходим мы все, друзья, по той же перепашечке. Есть находочка, смотри, какая масюпусенькая. Спинка с фибулы целенькая. Прикольная. Прикольная. Кстати, тот антонинян, которого я только что поднял, что он такой залипший? Я говорил вам, что есть динарики залипшие, есть не залипшие. Он чуть-чуть другое серебро. Низкопробное. Ладно, друзья, фибула. Какая-то детская, наверное, я думаю. Детеныши маленькие, черняхи бегали и застегивали себе плащики. Ладно. Идем дальше искать. Хочу вот этот вот бугорочек обследовать. Потихонечку продвигаюсь к нему наверх. Смотрите, я искать пошел. Друзья, подошел к генчику посмотреть его находочку. Ох, ничего себе, блин. Слушай, ну он просто здоровенный. Я в шоке. Ну, состояние шикарное, конечно. Блин, класс. Да. Гардиан или кто? Не видно, да? Так и да. Крутяк, крутяк. Сейчас и Тёмыч тоже антонинян нашел. Тоже к нему подойду, снимем. Ладно, Геш, держи, молодец, поздравляю тебя. Старался сейчас как мог. Сейчас тебе свои покажу находки. Давай. Тёмыч, ты не замерз? Нет. Красавчик, показывай, что нашел. Говорит, какой-то печальный. Я ж тебе коробочку дал, да Тёмыч. Я не хочу его там. Да, сам его нельзя разлепить. Бляха, как оно? Такой ветер, я не знаю, что там будет слышно. Потерял уже, да? Сейчас я выкопу. Нет. А, да, прикинь, какой печальный. Лемес. Блин, а что же он такой? Это его так обгрызло, да? Мышь. Слушай, ну мышь. Был бы классный, да? Офигеть. Как жалко. Груз печаль меня съедает, да? Блин. Да. Ладно, Тёмыч, держи. Привет передашь. Привет всем. Все, понял. Идем искать дальше. Есть находочка, друзья. Смотрите, что мне вывалилось.
Вот такая вот интересная штука, дрюка. Даже не знаю, что это, может, бубенчик какой-то был. Обед. Что-то интересное. У кого есть какие-то догадки и предположения, пишите в комментариях. Будем вместе разбираться. Находка. Это генчик там вон сверху ходит. Вот здесь вот я выкопал сейчас фибулу маленькую. У Геши антониниан, у Тёмыча поломанный антониниан, у меня... Я не знаю, мне говорят, пацаны сказали, что это, по-моему, силиква или что там, а не антониниан и динарик. В общем, идем искать дальше, смотрите. Ходим, друзья, мы все там же. Ветруганище такое, что просто капец. Я не знаю, как меня там будет слышно. И есть у меня печальная находочка. Почти сверху неглубоко я его нашел. В общем, смотрите, какая грустная печаль. Блин, обломанный антониниан. Обломанный антониниан, друзья. Какая грусть. Какая грусть. По-моему, даже троян был. Да. Жалко, очень жалко. Будем мы ходить. Мы сходили, пообедали. И снова вышли, ребят, в поле. Я его, кстати, выкопал, смотрите, в следах. Вот следы идут одни, вторые. Вот так вот. Кто-то пропустил находочку. А я нашел. Ладно, друзья. Пойду искать дальше. Смотрите. Друзья, иду к другу. У него есть находочки. Сейчас мы с вами посмотрим. О, класс. Смотри, какие. Это кто? Северный. Да, да. А это... Нет. Троян. А вот это зеркало, да, кусочек? Что-то похоже, такая блескучая. Да, зеркало кусок. Это класс. Что ты, Вадик? Слайк, передай привет. Всем привет. Слайку привет. Ё-моё, какой жирный динарик. Это коротко. Идем копать, друзья, дальше. Со стандартом, ё. Ходим, друзья, мы все. Ходим, я уже отчаиваться начал, но... Есть находочка. Смотрите, сверху лежал. Копать не пришлось. Такой сигнал был. Просто бешеный. Что это у нас такое? Это бронза. Вроде бы. Может быть и нет. Может и антониниан какой-то. Залипший. По всей видимости, так и есть. Что-то вот краешек серебра просматривается. Вроде как антониниан, друзья. Но такой залипший, что просто... Что просто жесть. Попробую его дома отмочить. Посмотрим, что с него получится. Находка. Портал, друзья. Открылся, работает. Посмотрим, что там дальше будет у нас по находкам. Время еще у нас есть. Ходить еще можно. Ходить, в принципе, езде. Будем потихоньку выхаживать. Ладно, друзья. Смотрите, я пошел искать. Есть находочка, друзья. Вывалилась мне ладаночка. Тут видно какая-то средневековая хата еще стояла, ко всему прочему, потому что я нашел еще одну вторую копейки Николая II. И генчик нашел тоже ладаночку. Находка вот такая приятная. Ветер просто ужасный.
Не знаю, что там будет слышно. Ну, в общем, есть находка. Идем дальше искать, друзья. Ходим все там же. Бескрайние паханые поля. Просто бескрайние. Погодка, конечно, мрачная. Сегодня целый день дует сильный ветер. Я вообще не знаю, как вы меня там будете слышать. Заранее прошу прощения за ветер. Ничего с этим поделать не могу. Иду к машине. Я сегодня накопался, находился. Ну, просто в удовольствие. Будем заканчивать нашу экспедицию. Будем ехать домой. Хочется подвести итоги сегодняшнего поиска. Значит, это поле... Ну и поиска в целом вообще на этом поле. Это поле было перепахано 10 дней назад. За это время тут побывала тьма народу. Мы когда приехали, вышли, ну, в шоке немножко были. Все было исхожено вдоль и поперек. Но тем не менее, мы сегодня уезжаем с находками. У меня 3 монеты. Динарик 2 антониниана. У Генчика антониниан. У Демыча антониниан. Еще было найдено куча всякой разной сапфирки. Демыч меня уже вызывает по рации. Демыч, я уже иду к машине, сейчас снимаю концовочку и иду. Давай, окей. Значит, было еще найдено кучу разных монет, кучу разной сапфирки. 1/2 копейки Николая II я нашел. Ладаночку такое, в общем, фибул накопал, несколько штук. Чем еще интересно это поле, друзья? Тем, что здесь было найдено 3 ауреуса, это то, что я знаю. Причем 2 из них было найдено, ну, не знаю, там, в 2 метрах друг от друга. Вчера ребята здесь нашли золото 10 грамм, обломанную луницу и 2 оплавыша, 2 капельки золота. Давайте я вам находки свои покажу сегодняшние. Итак, друзья, находочки сегодняшние. И, кстати, покажу вам заодно находочки с прошлого раза, с прошлого моего копа. Я тогда не снимал, потому что не было такой технической возможности. Мы быстренько забежали, побегали и ушли. Значит, вот накопал сапфирки фибул. Несколько штук. Вот такая вот попалась штучка. Это кусочек серебра, наверное, не знаю, может и нет. Значит, сегодняшние динарики. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот кусочек. Вот этот вот лимес с прошлого раза. Смотрите, какую я нашел. Какой я нашел амулет-молния в прошлый раз. Но не снял. Но хорошая вещь. Второй амулет, молния, который я нахожу. И вот смотрите, какая, друзья, бусина. Бусина. Выставлял на определение, мне сказали, что это что-то скифское, наверное. В общем, ну, что я вам скажу, неплохо, неплохо сегодня я покопал. Друзья, что сказать еще хочется. Как всегда, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще в этом году экспедиции. Интересные будут экспедиции. Есть еще у нас много интересных полей, куда мы все-таки планируем заехать и покопаться. На сегодня, друзья, все. Всем удачи. Всем пока.